это каркас нашего маленького курятника. Новый будет курятник, о котором мы говорим уже с самой весны. Ну вот сделали. Видите, какая неровная здесь земля у нас. Потому что гора, на горе находимся мы. Там вон какое пространство. Но это будут из кирпича такие. Что, как из кирпича называется, Толь? Тумбы, да. Тумбы из кирпича Толя соберет. Пока это все по уровню вот выровняли. Да. И вот здесь вот везде под каждую, под каждое бревно это будет тумба из кирпича сделана. Ну и должно хорошо стоять. А специального этого фундамента капитального не будет. Потому что зачем он нужен? И так будет хорошо все стоять. Видите, какой высокий будет курятничек. Это сколько? 3 метра, да? Толь? А? 2 метра? Нет, а высота? А, 2 метра высоты, да. Ширина 3 метра, а длина 4, да? Ну вот. Такая красота будет. Еще и крыша будет. Целый домик будет. Курочки и гуси маленькие. Это для маленьких птичек. Да. А большие будут там же жить, вот в той стайке, которые, в которой сейчас находятся они, большие. А здесь будут молодняк жить. Это тот молодняк, который у нас появляется каждую весну и до самых холодов. Вот здесь отсюда будет вход. Калитку мы сделаем вот здесь. Вот. И от калитки до дома вот так будет дорожка. Здесь вот будет крылечко небольшое и вход. Окна будут вот с этой стороны. Это восточная сторона. И с южной стороны. Вот с этой стороны. А там западная сторона и северная. Глухие будут. Правильно я говорю, да? Ну вот. Вот потом мы засыпем под полом вот это все пространство, которое, видите, вот много, много пространства, большое. Будем засыпать золой. Вот в золе не будут появляться, не заводиться никакие ни жучки, ни червячки, никакие глисты, никаких паразитов не будет. Не как бы... В общем, чисто, чисто будет все. Да. Да. Это мы кирпич привезем, Толя говорит, и мы все выложим здесь. И будет хорошо. Так что вот, вот такая красота у нас. Гусики ходят. Гошкины ходят. А картошка уже отцветает. Сено мы убрали. А какое небо сегодня. Красивое. Это гуси булькают воду. Ну что вы, мои хорошие, купаетесь? Сейчас гусыня туда нырнет. Нет, не стала. Гоша, да не уходи ты. Не уходи. О, Гошка пошел. Не доверяет мне.